Итак, всем доброе-доброе утро. И сегодня у нас 8 марта. А это значит, я хочу поздравить всех девочек, девушек, женщин, бабушек, прабабушек, всех с этим прекрасным днем. День 8 марта. Это день, с которого, так скажем, начинается такая хорошая такая весна, и когда все вокруг цветет, все вокруг пахнет, и когда просто, даже если бы это не было праздником, то в любом случае просто бы любому мужчине захотелось взять, купить цветы и подарить кому? Конечно же вам, вам, самым любимым, самым дорогим, самым лучшим, самым прекрасным, честное слово. И, конечно, девушки, женщины, девочки, бабушки, прабабушки, мамы, хочу пожелать вам, чтобы этот день у вас был не единственный в году, когда ваши любимые мужчины, ну и нелюбимые мужчины тоже, бывает, дарят и нелюбимые, чтобы вам дарили цветы, чтобы вам дарили подарки, и чтобы вы просто утопали в цветах, понимаете, утопали. Конечно же, я думаю, сегодня каждая получит из вас по 5 тюльпанчиков. И, наверное, они будут желто-красного цвета, чтобы были такие яркие, чтобы чувствовалось такое весеннее настроение. Конечно, конечно, если вокруг слякоть и мерзлота, то настроением там даже и не пахнет. Но в любом случае, еще раз хочу вам повторить и вас поздравить с этим прекрасным, знаменательным днем. Если была бы моя воля, я каждый бы из вас, да, подарил бы по цветочку, да, и своего внимания. Пока могу только через телевизор, поэтому уж извиняйте. И, конечно же, я хотел бы поздравить, помимо всех моих любимых, уважаемых подписчиц, да, хотел бы еще поздравить у нас мою любимую дочку, да, сейчас ей придут цветочки. Хотел бы поздравить маму, хотел бы поздравить у нас мою сестру Елену, хотел бы поздравить Аленку, да, это жена моего брата. Хотел бы, конечно, поздравить я вас всех лично, да, всем лично вручить цветы. Пока это получится сделать только дистанционно. Ну и, конечно, отдельное поздравление. Я хотел бы поздравить всем тем, которые еще со мной, девушки, со мной пересекались в какой-то степени, да, Татьяна, Марина, Юля, ой, очень много имен, Оксана, да, Алина, да, очень много имен, которых есть. Девушки, я вас реально поздравляю, и очень жаль, что я не могу взять и живьем вам подарить цветы. Поэтому сегодня, кто у нас будет со мной на прокате, да, из девушек, тот от меня получит шикарный букет. Поэтому не стесняемся, можете позвонить. Ну, мне реально хочется живьем кому-нибудь подарить. Ну, дарить пока некому. Поэтому с большим удовольствием готов буду вас поздравить и просто вам создать хорошее, приятное настроение. Ну и, конечно, отдельно же я хотел поздравить всех тех, кто у меня когда-либо покупал квартиру, либо мы с кем вам с вами пересекались, вам отдельное огромное поздравление. И все-таки еще обращение к мужикам. Мужики, не забывайте, 8 марта раз в году сделайте для ваших женщин, для ваших девушек, для ваших дочерей, для ваших мам настоящий шикарный праздник. Все, всем отличного настроения, всем весны, всем добра. С праздником 8 марта. Пока.